Барок на берегу Рыбинского моря. Это место связано с именем Николая Александровича Морозова, представителя блестящей плеяды революционеров 70-х годов прошлого века. В доме, где родился Морозов, создан мемориальный музей. Еще в юности Морозов стал в ряды революционеров. В 1881 году он был арестован и приговорен к пожизненному заключению. В Петропавловской и Шлиссельбургской крепостях он провел четверть века. Экспонаты музея рассказывают о жизни и деятельности Николая Александровича Морозова. Оказавшись в эмиграции, в Женеве, он начал выпускать журнал, в котором сотрудничал Карл Маркс. Разносторонне образованный человек, Морозов написал целый ряд книг по астрономии, физике, математике. Он увлекался и авиацией. Советские люди бережно хранят память о замечательном ученом-революционере.